Традиционный татарский Новый год – это Навруз. Он приходится на день весеннего равноденствия и празднуется в конце марта. Но в нынешние времена татары, проживающие в России, празднуют Новый год вместе со своими многонациональными соседями. Это мероприятие мы собрали из-за того, еще это сами хотим показать, что татары жили и живут вместе с другими народами, потому что смешанных семей полно, и дети из смешанных семей должны принять участие в этом вопросе тоже. В целом традиции не меняются. Кашбаба и его внучка Карказа поздравляют детишек, слушают стихи и песни. В данном случае после зажигательных танцев запели даже взрослые. В рамках праздника также наградили всех, кто принял участие в татарском диктанте 2018. Это, безусловно, большой шаг для объединения всех татар, проживающих в Новочебоксарске. Таким образом хотим показать тем татарам, которые у нас есть, которые они ходили и ходят, чтобы они общались вместе. Потому что татары этого города, они собраны из разных регионов Советского Союза. Поэтому они разрушительны. И на сегодня мы хотим это объединить не только их мечети, которые построены, пятничные молитвы проводятся, воскресные учебные занятия проводятся, по воскресеньям собираются для того, чтобы не только изучить по религии именно и татарский язык, и быт. Татарская диаспора города надеется, что такие встречи под Новый год станут традиционными и более многолюдными. Сабина Вишневская, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.